Вот, снимаю видео. Вот тот зал, где мы были. Не буду уж я там свет включать. Ой, а надо выключить, наверное. А то ж нет никого. Свет, я же зашла, включила. Я тут кипятила. Это вот кухня у них. Ключи у тебя же от нашей. Сейчас бы вот оставила. У меня тоже вот такое. Они. Да, у меня тоже, я тогда вернулась. Угу. Ну, все, вот, выходим. Вот по этой лестнице сейчас наверх будем залезать. Вот давай, снимай. Да. Снимаю. Красота такая. Вот такие кованые. И вот туда, вот чуть люб. Вот туда сейчас полезу. Вон туда. А я хожу прям вот с краешку. Она широкая и узкая. И я по узкому краю хожу. Но температура, я хочу сказать. Что там? Ой, 15 градусов. Она везде разная. Было 13. Надышали уже. Вот по этой лестнице. На четвертый этаж. Вот она такая интересная. Там широкая, а сюда узкая. Скворечник мы в свой ползем. Вон там он какие. Розочки. За такое горячее служение. Да. Вот здесь поручни. За поручни держусь. Ну, крутая, крутая лесенка. Ой. Все, на свой этаж пришли. Да. Открывай. Открывай. Это моя соседка. Ну, помоложе вас, помоложе. Еще сильнее молодеет. Да, да, да. С каждым служением молодеет. Вот. Ой, как у нас тепло, хорошо. Вот. Бабушка. Ей 7 лет всего. Бабушка, ты с каждым разом все здоровее и здоровее становишься. Слава Богу. 7 лет ей. И вот Бог через нее. И через него, и через... По этой лесенке туда вот наверх прыг. Ключ оставим, да? И все. Да можно, чтобы не терять его. Чтобы не терять. Ну вот это так вот. Тогда вытащила, тут вот балкончик у нас. Поэтому балкончику можно в индивидуальный туалет сходить. Господь, спасибо тебе. Вот. За тепло. Так что все, сейчас отправлю. Шкафчик вот такой вот. Да, тепло.